Мой прадедушка Василий Никитич Беляев родился 20 января 1920 года в Московской области, деревне Дурыкино. Умер в 1987 году 23 февраля. В 1941 году ушел на фронт добровольцем. Сначала служил в пехоте, а потом стал танкистом, потому что до войны он был трактористом. Прадедушка вспоминал, как они, прикрывая разведчиков, умело маскировали и прятали свой танк во враге или в окопе. Немцы никак не могли отгадать, откуда они стреляют. Прадедушка был ранен. После ранения вернулся в строй, освободил Прагу, Будапешт, дошел до Берлина, награжден медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени. В сентябре 1945 года вернулся домой. Мой прадедушка прожил достойную жизнь, был передовиком производства, вырастил семерых детей. Моя бабушка говорит, что прадедушка старался не рассказывать про войну. Страшное это было время. Хоть я и не видела своего прадедушку, но очень сильно им горжусь. Ведь он защищал нашу родину, свою семью, которая считает его героем. Слава вам, павшие, слава бессмертная, вечную память поет вам народ. Доблестно живший и сокрушивший, слава о вас никогда не умрет.